Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, сегодня хочу вам еще показать украшения, которые я сделала, переделала. Ну вот, во-первых, вот сделала вот такое украшение на шею. Это яшма мукаид. Разноцветная. Вот. Это крошка камня. Каждый одевается на пин. Накручивается, потом все это собирается. Много времени на это уходит, но получается вот такая вот красота. Теперь вот такое украшение. Это малахит, это не натуральный, конечно. Это подделка, потому что натуральный малахит, его вообще уже практически нет, и стоит он просто бешеных денег. Ну, вот такое вот. Вот так вот получилось. Вот это медь, и фурнитура тут медная вся. Вот такое какое-то что-то этническое. Надо бы еще и серьги, наверное, сделать. У меня еще остались, надо серьги такие сделать. Вот такая вот бирюза. Они там идут маленькие в конце бусинки. Но эти бусы у меня уже забронированные. Крупные такие каменюки прям. Ой, не знаю, как будет видно на вот такие вот бусы двухрядные. Я это не знаю, пчела или муха, не знаю. Вот, а бусины — это стекло, но они очень такие интересные, с эффектом кракелюра, трещинок. Они очень здорово смотрятся вообще на свету. Вот. Так что вот такие еще. Тут все под бронзу. А тут украшения, много фурнитуры. Вот это большой камень, это агат. А остальное все розовый кварц. Ну, я, наверное, сейчас пойду вам покажу на белом фоне. Вот, они такие, получается, вот это более яркого цвета. Вот эти вот чуть-чуть побледнее, и дальше еще идут бледнее, бледнее, бледнее. Ой, простите, болею я. Эх.
такие вот, короче говоря. А, и вот эти вот рыжие я вам сейчас покажу. Вот тут так посветлей. Так, а вот это даже не знаю, как вам показать. Это называется сотуар. По-французски через плечо. У нас в России я ни разу не видела, чтобы носили через плечо. Во Франции видела. Ну, у нас, наверное, только может какая-то очень смелая женщина может так носить бусы. Вот, длиной они 1.5 метра. Ну, конечно, можно носить в несколько рядов, завязывая как-то или, ну, вообще не знаю, кто как ведь носит. Вот. Такие тяжеленькие, ну, потому что их много, конечно. Вот. Так, и еще я сделала серьги. Такая птичка держит в клювике бусину. Вот это тоже стекло, оно переливается очень красиво на свету. Вот такие вот сережечки. Вот. И еще сделала вот такие лаконичные серьги. Я не знаю, что это за камень, потому что это я... Ну, достались мне рваные бусы в наследство. Вот, вот я сделала такие серьги. Хорошо очень смотрятся, строго. Ну и из последнего вот такие у меня есть серьги. Причем несколько вариантов есть. Можно вот такие швензы поставить. Смотрите, видно? Нет, вот такие. А можно вот такие гвоздики поставить. Кому что нравится. Вот, Так что, мои дорогие, вот что я сделала, я вам показала. В работе еще много чего. Как будет сделано, я вам покажу. Всем здоровья, счастья. Ждем весну. Пока-пока, мои дорогие.